Вот такой, наверное, ему понравится. Ну все, давай возьмем. Можно разную. Весовой. Вот, короче, все, полностью упаковались, набрали конфет, набрали тортиков, все, готовы отмечать дедушкин день рождения и выписку из больницы. Вот тут у нас учатся ребята, это вот наша школа, школа номер 10. Так, я, наверное, заеду во двор. Друзья, всем привет! Сегодня у нас замечательное такое событие. У нас сегодня позвонил дедушка из больницы. Он же у нас лежал в больнице, потому что заболел ранее коронавирусной инфекцией. Вот мы, в принципе, все переболели, но дедушка у нас заболел, скажем так, потому что он в возрасте, да, сказалось у него на здоровье, это тяжелее, короче, перенес. Вплоть до того, что мы его даже увезли в больницу. Вот. Раза три вызывали там скорую. Еле-еле, мест нету в больницах, еле все-таки нам удалось его положить. И сегодня, друзья, вот прошло недели, наверное, две, наверное, где-то так. Его сегодня он позвонил, его сегодня выписывают. Так что мы сейчас перекусим. Вот Аллочка приготовила здесь вкусненькую картошечку. Вот такую картошечку с мясом шикарную. Она еще горячая. Вот. Сейчас перекусим и будем собираться. В принципе, я уже так оделся, но без куртки, конечно. Вот сейчас перекусим и поедем. Дедушка говорит, давайте возьмем, значит, тортик. Отметим. Дедушка говорит, соскучился по сладкому, хочу сладкого. Все, так что, друзья, вот такая коварная болезнь, но хорошо, что нам повезло, так скажем, Бог миловал, и все обошлось. Очень тяжело, мы его буквально в больницу на руках, ну в скорую уносили, на руках. На одной скорой приедем к больнице, открывают двери, это ночью даже, ночью. То есть к больнице подъезжали ночью, на скорой, и скорая не знает, что с нами делать. Мы, ладно, на своей машине следом за скорой едем. В больнице нам говорят, мест нет. Все, отсылают обратно. Уезжаем домой снова. Дедушке все хуже и хуже, хуже и хуже. Ну, дома неделю пытались лечиться сами, как могли. И антибиотики, потом уже уколы пошли ставить. Ничего не помогало. Вот только в больницу надо было на капельницу. Ох, слава богу, обошлось все. Дедушке здоровья. Желаем много-много-много. Так что, друзья, едем за дедушкой в больницу выписывать. А перед этим надо заехать еще купить тортик. Время вот у нас 3 часа. Он говорит, выписка с 4 до 5. Так что сейчас как раз кушаю. Вот уже оделся, да? Кушаю и погоним. Дедушка нас ждет. И ребята тоже по дедушке соскучились. Все спрашивают, когда уже дедушка дома будет, когда дедушка дома будет. Дедушка 2 недели дома не было. Он сам там устал уже в больнице лежать. Все-таки больница, не дом. Ладно, все. Буду меньше болтать. Поехали, друзья. Время уже подошло. Сейчас как раз за тортиком только съездим. Дедушке позвонили, конечно, он говорит нам, что где-то, наверное, часа 4, говорит, позвоните еще, как бы, чтоб точно. У нас просто еще дети в школе. То есть, как у нас, нам надо как-то это все объединить, чтобы успеть за всеми.
Ну, если что, поеду один. Если что, поеду один. Посмотрим. Вот, а сейчас поедем за тортиком. Наверное, в Риву поедем в магазин. У нас там пекарня. Они сами делают. Там свеженькие, вкусненькие. Все, оделись. Так что погнали, друзья. Снега больше не было. Ну, вроде тепло не обижается, хотя в других регионах, смотрю, там же тепло, где-то даже тает. Но нам не надо, нам надо, чтобы было вот так вот, градусов 15, а то грязь будет. Наконец-то машину помыли. Собирались все помыть, только сейчас помыли. О, сразу чистенькая, а то на грязную смотрел, даже не знал, что она такая у нас красивая. О, я же не завел, хотел завести. Заранее не завел. Сейчас маленько прогреем, купим тортик, ребята, у нас получается время у нас, так, 15:30, ребята у нас до 17:30 учатся, у нас 2 часа, но мы еще не знаем про дедушку, знать бы конкретно, что его забирать вот 4 часа, так это как бы, а пока он говорит, еще готовят документы на выписку. То есть 4 часа только позвоните, и только он скажет еще во сколько надо подъехать. Вот, вот в таком случае, если уже будет поздно, если мы конкретно обратно не успевать будем, то Алла тогда, что ты пойдешь пешком за детьми. Вот, Алла пойдет за детьми, а я поеду за дедушкой. А за тортиком все равно сейчас съездим. Как раз время будет 4, дедушке позвоним. Если что, тортики это все там поднимем домой. Вот и я поеду. Хорошо хоть в Закамске, хоть не надо куда-то далеко ехать. В Пермь, в Закамске тут близко. Там 15 минут. Ну, 20, не знаю, где-то так. Вот. Так что все, сейчас машинку прогреваем. Едем в магазин. Первым делом в магазин. Решили ехать в магазин, который находится у нас на Каме. Там у нас кондитерская. Есть в городе еще одна. Но здесь, кажется, выбор как бы побольше тортиков. Так что решили ехать в эту сторону. А вот он уже перед нами. Там вон Кама-река видно. Вот, а мы сейчас вот сюда. Сейчас припаркуемся. Сходим, пойдемте посмотрим. Ой, а маску же надо, да? Надо же маску одевать. Вот такой, наверное, ему понравится. Можно разные, весовой. Нет, это прикольный будет. Хотел большой торт. Ну давай, не знаю. Вот это да, выбираем? Ну все, вот это берем, да. Симпатяшка. Отличный тортик, да? С фруктами. Сколько он вес-то у него? 1,5 килограмма. 1,5 килограмма, ну нормально. Так обычно по 750, да? Подержи. 700-800 килограмм. Ну.
А и что, подожди, наверное, вообще в багажник надо. Давай. Мы вместе же поедем или что? Тут-то он не перевернется, никуда не денется, ничего. Эти канистры надо выкинуть уже, они пустые. Но пусть так. Ну все. О, купили. Замечательно, я считаю, замечательный тортик. Мы такой уже ели. С фруктами. Ну я не знаю, он такой нет. Там есть весовой. Вот он такой. А тот не такой. Можно было на развес взять. Ну этот все-таки упакованный. Тот бы отрезали шмат. Вот так положили бы. Давай я позвоню, может что-то будет. Вот. Ну сейчас дедушке, да. Позвоним сейчас дедушке, узнаем. Когда ехать к нему. Дедушке позвонили. Он, короче, время 4 часа, еще не знает, документы еще делают на выписку. Как бы это, ничего такого, но у нас просто дети забирают в 5, в 5.20. А в 4 надо, если там полпятого уехать, то есть не успеем обернуться, наверное. Придется с Аллой, наверное, разделиться. Или детей дождаться, вместе с детьми поехать. Не знаю. Короче, будет видно. Пока ждем. Поехали, решили еще тортик, решили еще взять конфеток немножко, дедушка попросил. Вот. Так сказать, отметить. Возвращение же не отмечали. Возвращение, да, у дедушки же день рождения был 9 ноября, точно. В больнице был, что ли? Точно, он же был в больнице 9 ноября, у него день рождения. 73 года у нас дедушки, вот. Так что в честь дня рождения. В честь выписки. Что все хорошо и в честь дня рождения. Это что, вход? Пятерочка, вот по пути можно в нее заехать. Наверное, мы сейчас в нее и зайдем. А там конфеток возьмем и все. Сходили в пятерочку, вот такие взяли. Манго. Какие-то манго, я не знаю, что такое. Что это такое? Вот такие вот конфетки. И каркунов. С апельсинкой каркунов взяли. По акции что-то рублей 200. 200. Будет ветер. Что-то ветер, ветер. $220 этот каркунов стоит. Вот, короче, все. Полностью упаковались, набрали конфет. Набрали тортиков, все. Готовы отмечать дедушкин день рождения и выписку из больницы. Сейчас даже не знаю, что нам делать. А? Что нам делать? Ждать звонка от дедушки? Он не позвонит. А, он не позвонит, нам надо звонить. Не знаю, что делать. Что делать? Домой? Давай домой завезем. Да? Все нужно как-то время-то тянуть. Короче, сейчас домой завезем, наверное, все вот эти вот продукты, тортики наши. А потом уже видно будет. Опять дедушки наберем в через полчаса. Ну, не знаю, то ли дедушку вперед, то ли детей. Наверное, дедушка может там подождать, пока мы тут детей заберем и вместе с детьми можем прокатиться, забрать дедушку. Только это уже темно будет. Ну да ладно. Главное домой. Домой в любое время хорошо возвращаться. Так что едем сейчас домой завозить продукты. Наша фабрика Газнак. Бумагу здесь делаю денежную. Но не сами деньги. Я когда маленький был, думал, что сами деньги печатают. Но это совсем не так. Здесь делают просто денежную бумагу с водяными знаками. Движение начинается такое, да? Все с работы? Все с работы возвращаются. Уже дома, сейчас быстренько тортик занесу. Хотя можно не торопиться, нам все равно ждать либо от дедушки звонка, либо когда ребята закончат учебу. Что-то хоть мне некуда. Да я схожу один. Все. Так, все, я пошел. Сиди.
Думаю, дедушке понравится тортик. Так. Надо еще как-то освободить местечко в холодильнике. Так, под большой торт. Что у нас тут? Гречка. Так. Конфеты-то, наверное, так могут лежать. Конечно. Это оставляем. Это рыба у нас тут. Гречку обратно. Вот так. Вот так. Картошечку прикроем. Все. Все. Так, ну что, друзья, пойдем сейчас будем, наверное, звонить дедушке. Алла уже, может, позвонила. Алла уже, может, позвонила сейчас в машину, пока мы здесь заносим продукты. Будем ждать, что разрешится у нас вперед. Либо детей забирать, либо дедушку. Но дедушку с таким расчетом, чтобы успеть вернуться за детьми. Пойдемте. Че, не звонила? Нет. Рано еще, да? У меня папу зовут Сергей. Значит, я здесь. Ладно, Сергеевич. Сидим, ждем. У мамы папу зовут Алекс. Пока сидим, ждем. Посидели, немного подождали. Время уже доходит 5 часов без 10 почти что. Без 10:05. Детей забирать в 5:20. Дедушке позвонили. Он сказал, что еще документы не приготовили на выписку. Короче, мы решаем ехать к школе. До детей остается полчаса за дедушкой. Ну его же все равно сюда выпишут, да? Угу. Дедушку все равно сегодня выпишут. Так что заберем детей. Таких с собой возьмем, да? С собой же поедем все вместе. Конечно, да. И детей возьмем с собой и поедем все вместе за дедушкой. Скорее всего будет так. А сейчас поехали к школе. Дедушка, наверное, ждет, не дождется уже. Когда уже дома окажется, в своей кроватке. Со своим телевизором. Ты там телевизоров-то нету? Скучал, наверное. Ни новостей, ничего не знает. Там же такое отделение-то, это красная зона. У нас был маленький телевизорик, то есть, ну, есть. Но мы его не повезли, он сказал не возить ничего, потому что оттуда потом ничего не забрать. Мы ему предложили привезти. Ну, у нас такой, как, типа, как он называется, я не знаю. Типа DVD-проигрыватель такой с экраном. Вот типа DVD-проигрыватель с экрана. Мы ему предложили его привезти. Он говорит, не надо, сказали, ничего в красную зону привозить нельзя, потому что потом оттуда ничего невозможно забрать. Может, конечно, и можно, но мы не стали рисковать. Да можно, наверное. А как ему личные вещи отдадут тогда? Сумку ту же самую. Ну, личные вещи-то, наверное, где-нибудь там были в другом месте. А почему сумку? Тут-то в палате у него в красной ложку, зоне. Ложку, говорюшку забирать будет. Все же заберет. Не знаю. Ну, как он сказал, что ничего не надо. Ну, мы не стали спорить, как бы, не надо, не надо. Не столь важно, да, можно и потерпеть, в принципе. Вот. Так что сейчас едем к школе за ребятами. Вот тут у нас учатся ребята, это вот наша школа, школа номер 10. Так, я, наверное, заеду во двор. Места нету.
И здесь постоим. Подождем.